бежать и прыгать, все хватать ногами, прыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из вперед, и теряешься повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Партнер программы «Батутный парк Улет». Начался учебный год, но это не повод грустить. Есть повод отрываться на полную катушку. В батутном парке «Улет» осенняя акция. Аренда батутов на 2 часа всего по цене 3990 рублей. Батутный парк «Улет». Научись летать. Улица Ленина, 30А, спортивный комплекс «Энергетик». Телефон для записи 8-912-145-75-95. 16 октября – Всемирный день шефа. А кто такой шеф? Это командир садика или школы. В институте. Директор – это который отводит детей, которые плохо себя ведут. Директор должен быть серьезным, важным, очень злым. Ректор – да. Ну, это главный, там, в школе, в садике, это главный руководитель. Он должен быть умным, ну, чтобы знать, ну, чтобы все знать. Директор должен получать большую зарплату. Директор он ругается, если кто-то что-то сделал не так. Бегаешь по школе, директор ругается. У моей мамы есть. Потому что он ей руководит. Он говорит, что надо делать, мама. Мама слушается его. Директор – это кто? Что ты должен сказать, это должно выполнить. Хороший директор должен быть добрым. У директора большая зарплата. Я не знаю, я в деньгах не очень разбираюсь. Я вообще в деньгах не разбираюсь. Ну, это директор, который все время, я не помню. У директора маленькая зарплата. Он платит денежки другим. Не хочу быть директором. Директор – это добрая тетя. Обо всех заботится. Дает денежки. 5 рублей. Какие у шефа обязанности? Директор должен руководить и быть злым. Я хочу быть директором. Директором садика. У моей мамы на работе есть директор. Он ничего не делает. Я не хочу быть директором. Это неинтересно. Директор должен там... Ну, я думаю, он должен следить за порядком. Я не хочу быть директором. Не знаю, просто не хочу. Я не хочу быть директором. Потому что... Я считаю, что это неинтересно. Мама, я не знаю, я к ней редко хожу, она не говорила, что у нее директор есть. У папы точно есть, у папы. Но он пока средний у него. То есть не шой, не хороший. Директор должен быть добрым, потому что все его любили. Я хочу быть директором. Я потому что умная. Я хозяйственная. Я красивая. А поэтому я и буду директором. Партнер программы – батутный парк «Улет». Начался учебный год, но это не повод грустить. Есть повод отрываться на полную катушку. В батутном парке «Улет» осенняя акция. Аренда батутов на 2 часа всего по цене 3990 рублей. Батутный парк «Улет». Научись летать.
Улица Ленина, 30А, спортивный комплекс «Энергетик». Телефон для записи 8 912 145 75 95.